И всем привет, ребята! Вы на канале Суперкошка, с вами Варя, и это Among Us! Да, вот я только сейчас понял то, что видео Among Us выходит очень редко. Кстати, ребята, в этом видео я весь ролик буду вместо Among Us говорить Among Us. Хотя я понимаю, конечно, то, что я как бы и так... я понимаю, конечно, то, что я в самом видео очень часто произношу Among Us, название игры, только тогда, когда говорю, в какую игру мы будем играть, и, может быть, еще два раза, фиг знает зачем. Так, да ладно, нас не выкинули, мы зашли сразу, и у нас цвет белый, поваренок. Так, поэтому начинаем Among Us. Among Us, никто, абсолютно никто. Я в 3 часа ночи смотрю 10-часовую версию Among Us. Так, если честно, я не очень хочу быть предателем. Потому что, не знаю почему, главное, чтобы пацаны не ливали, и мы смогли нормально поиграть. Если честно, это видео я хочу сделать прям ровненько 15 минут. Это был красный. Я не помню, какой у него ник, поэтому сейчас посмотрю. Фанни. Начинается. Я весь ник не могу запомнить. Там некоторые, очень длинные. На меня не гонят, значит, все нормально. Но это этот. Он же там был, да, ребята? Я ж не слепая. Я ж не настолько слепая, чтобы не увидеть, чтобы точнее... попутать ник того, кто убил. Причем я видела, как бы. Что-то никто не пишет. Обычно тот, кто не пишет, это предатель. В нашем случае, походу, все предатели. Он ливнул? Он... Я слепая или... Нет, а где его ник? Не понял. Странно. Но я знаю, кому доверять. Я доверяю серому. С ушками я тебе доверяю. Ушастый. Покупаем. Блин, хотел купить А4, не получилось. А, нет, получится. Блин, в смысле задание выполнено? Кто там вообще? Я все покупаю, и то задание не выполняется. Все равно фиг знает почему. Теперь я купила одну эту. Ты что делаешь? Так, понятно. Теперь я купила одну эту. Задание выполнилось. Я хотела А4 купить. Блин, не туда иду. Хочу задания все выполнить. Я чувствую, сейчас либо нажмут на кнопочку. Ой. Блин. Ладно, из-за того, что 15 человек теперь в игре, по-моему, задание... Иногда одно задание делается на троих. Я испугалась. Иногда одно задание делается на троих. Поэтому убит мой серенький. Он был... Не понял. А когда... А, все ж поливали. Красный, кстати, тоже ливнул. Сколько предателей... Ладно, я за него проголосую. Как его? Спи. Ну ладно. Я вообще не знаю, почему... Просто все на него гонят, хотя они, походу, все вместе были. Нет, это не он. Фиолетовый же возле меня пробегал. Или он не успел меня убить, потому что у него была перезарядка. Скорее всего, потому что входил... Не фиолетовый входил, мне кажется, туда. Входил вроде бы бежевый. Я, может быть, слепая, но входил, по-моему, бежевый. А фиолетовый, может быть, выпрыгнул из люка, который шел с офиса. И
ну, у него была перезарядка, потому что он кого-то жмыхнул в офисе. Почему я не белый? Это я, может, слепая. И, может быть, все-таки входил туда фиолетовый, и это не он. Ну, вообще-то, это он, мы уже знаем. Может быть, я слепая, и входил туда реально фиолетовый. Но почему он меня не убил? У него как бы там... Ну, скорее всего, у него была перезарядка, он кого-то жмыхнул. Я не увидела кого, потому что я слепая. И еще что-то. Не знаю, что сказать. Но мы играем в Among Us. Yes. О, опять... Хотел сказать опять с фиолетовым, но это он другой ник. Поэтому это... Это другой человек. Так, где же у меня задание? Понятно. В теплице. В теплице. Давай... Боже... Коротко о том, как я переиграла в Brawl Stars. Отдавай Тим. Давайте три. Раз. Килл. Быстрее, ребята. Блин, ну. Три человека было. Три предателя. Всего шесть человек. Но они не могли, что ли, взять и сделать... Вот есть дабл килл. А не могли, что ли, сделать трабл килл. Я хочу спалиться, я скажу то, что это я. Я обычно, когда говорят то, что я, обычно таких перцев не выкидывают, если они не говорят это больше двух раз. Они поднадоедают, конечно, их выкидывают. Но... Да, сейчас меня выкинут. Я могла бы, конечно, за себя проголосовать, но меня все равно выкинут. Меня выкинут. Может быть, если бы... Ну, это очевидно. Я, знаете, я за предателя полетаю. Я полетаю за предателя. Первый раз в Among Us я полетаю за приятеля. За приятеля! Я полетаю за предателя. А сколько там секунд до взрыва? 41. За 41 там просто 5 человек добежит. Блин, да, они уже здесь. Я думала, не успеют. Зато потом я вызову саботаж в теплице. Это получается в теплице. Это мало того, в самой теплице. Это еще и вот здесь вот саботаж. А новички иногда не понимают, то, что вот здесь саботаж, потом... Вот здесь вот у меня саботаж, потому что, типа, теплица там, а вот это вот здесь. Гардероб. Мне одно кажется, или когда-то в самом начале обновления это называлось не гардероб, а раздевалка. Нет? Так, саботажик, теплица сейчас. Опля. Надеюсь, здесь никого нету. Да блин! Ну ладно. Я в наших верю. Осталось не так уж и много. Им один килл нужно сделать, они справятся. Они справятся. Я не понимаю просто, как здесь можно не справиться. Так, что-то... А, я хотела вам сказать точное время, когда будут выходить видео. Ладно, не точное, но примерное. Смотрите, а в субботу видео будут выходить еще в любое время. Я не знаю, когда, потому что в субботу, кроме школы, у меня занятий нету. В четверг и... Блин, сейчас. В четверг и вторник будут видео после 6, так как я иду на рисование. В пятницу и понедельник будут видео после 8, так как я иду... в бассейн. И только в субботу и воскресенье видео могут выходить вообще с 12 до 12, да. С 12 до 12, а вы как думали? Так, да ладно, да мы сейчас победим. Запросто.
где саботаж сделаны, в реакторе. Но они просто по пути возьмут краш... как крашнут этого зеленого. Куда ты прешь? Так, извиняюсь сейчас. Интересный факт, они еще не починили. А осталось-то 20 секунд. Наши сейчас... А, им 2 кило нужно сделать, потому что одного, как я понимаю, выкинули. Я за самим собранием не следила. Тут ему нужно сейчас кикнуть. И еще одного кикнуть. Что ты тупишь? Ну, прыгни в люк. Ну, тут пока не... Ладно, офигеть они. Затупили, конечно, но я хочу еще раз такой командой. Воу, не лагайте. На самом деле, мне нравится этот скин, я даже его ми... Ладно, не судьба. Значит, давайте еще одну карточку. Амогус. Так, да ладно, я смогла зайти с первого раза. Блин, ладно, уже не успею шапочку поменять на снеговичка, поэтому оставим поваренка. Я не хочу быть предателем, правда. Если я буду сейчас предателем, я расстроюсь. Сильно. Боже, по ходу игры хотела сделать меня предателем, услышала то, что я расстроюсь. И взяла и просто выкинула меня, чтоб я не расстраивалась. Но зато я белый. Я, которая теперь хотела стать голубым. Я повторю твой шарик. Вау! Мэджик. Я... Тут на самом деле 2 поваренка. Блин, он шарик взял. Я с тобой шарик возьму. Что ты думаешь? Ты умнее меня? Он, кстати, понял все. Нет, я хочу поваренка. Вот. Не-не-не-не-нет. Ну-кась. Я реально не хочу быть предателем. Если меня игра опять выкинет, я засмеюсь. Ну ладно. Так, я сейчас поставлю на паузу на пару секунд. Пока я АФК-шила, начался саботаж, и у нас обнаружен труп. Я нифига не видел, так как я стояла в АФК, мне нужно было в реале кое-что сделать. Гений. Говорят то, что это Роситер. Где он? А, вот он. Ну ладно. Мне одно только 5 секунд назад показалось, что я себе, за себя проголосовала, потому что я забыла, какой у меня ник, и я не могла себя найти больше, чем 4 секунды. Я совсем забыла то, что почти всегда на панели управления именно находишься, ну как на панели управления, на экране этого телефона второго, ты... посередине почти всегда, ну, чтобы ты себя, типа, видел сразу. Ах, мяу. Ладно, ребята, походу, игра против, чтобы мы нормально играли. Поэтому, если сейчас нас опять выкинет, я пойду. А я сюда не зайду, да? Тут 13 человек. Ну, конечно. Вот, 11. В 11 должна войти. Да-да-да-да-да. Всё. Нифига тут их, конечно, собралось. Все, ребята, я извиняюсь, я бы поиграла больше, но игра совсем не хочет, чтобы мы играли. От слова совсем. А с каких пор? Как, блин? Тестовый заход называется песочница. Ребят. С каких пор тестовый заход называется песочница? Нет, я, если честно, не помню точного времени, но я помню то, что неделю назад было такое. Неделю назад было.
Конечно же, эта карта, вот знаете, почему я ее просто ненавижу? Но она очень огромная, ребята. Я, конечно, все понимаю. Но по сравнению с, там, не знаю, кораблем первой самой картой. Но это слишком огромно. Ну, короче, ребята, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Сегодня у меня будет еще видос по Роблоксу. На этом все, короче. Всем пока-пока.